сочетателя вкусов. Да, я тоже заимствовал, ну, как бы мы заимствовали вот эту, вот это видение, чтобы, ну, создавать гармоничные, интересные, скажем так, вкусы вообще во всем. Ну, понятно, все тебя уже слышали. Лучше расскажите, как ваше мнение о салате, пока вы только начинаете. Ну, знаешь, салат есть руками, и вилка – это разные вещи. За то, что, во-первых, взяться по наслаждению вкусом, и всем другое, чем чем-то металлическим. Вот. Ну, единственное, раз в жизни пробовала эту песню. Нет, мне нравится. Mm-hmm. Я думал, что сильно не понравится, но не чувствуется. Mm-hmm. Да. Да. Ну что, вот. Как-то... Где мы сидим? Мы находимся в арт-хостеле «Камин». Это шикарнейшее место, которое открывается впервые 25 апреля. 25 апреля? 25-го. Да, здесь будут проходить постоянно какие-то движухи, тусовки, будут совершеннейшие и интересующие люди. Вот, так что заходите в гости. Адрес какой-то сказал уже, да? Выпушила 1, 1. Отлично.